Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить бараньи потроха. Сердечко, печеночка, огромные почки и немного легкого. Я уже снял пленку с сердечка и с легкого. А сейчас я сниму пленку с печенки. Это нужно делать обязательно, чтобы готовое блюдо было вкусное и нежное. Со свежей печеночки очень легко снимается пленка. Еще час назад потроха были теплые. Пошли. В почках я вырезаю вот эту белую часть. Жуля. Легкое порежу кусочками помельче. Свежие продукты всегда очень вкусно пахнут. Сердечко. Сверху на сердечке есть жирок, я его вот так аккуратно обрезаю. Вот такие белые клапана или связочки, они очень жесткие, и их нужно обязательно вырезать. Тонкий наружный край сердца. И толстая часть. Печенка. Как она мягко режется. Вот здесь внутри есть сосуды. Я их не буду вырезать, чтобы кусочки печенки остались красивой формы. Потом, когда мы будем кушать, мы их просто не будем жевать. Бараньи потроха удобнее жарить в большой сковороде, чем в казане. У меня крышка от казана, но в ней была ручка. Я ручку снял и сюда прикрутил гаечку. И теперь у меня должно получиться что-то похожее на садж. Или садж. Вот. Пусть греется. Бараний жирок. Легкие. Пока следующая партия жирка растапливается, я приготовлю ароматную пряную смесь. Зерна кориандра, зира и черный перец. Немного каменной соли, чтобы хорошо все растиралось. Селезенка. Сердечко. Mm-hmm.
Бараньи потрошка – это очень нежный продукт, поэтому его нужно совсем чуть-чуть только прогреть, и все. Если его долго жарить, все будет жесткое и невкусное. Вот, максимум минута, и сердечко уже готово, я его снимаю. Вот здесь поджелудочная железа и еще какие-то железы очень вкусные. Я их тоже поджарю. Главное найти баланс температуры, чтобы температура была не слишком высокая и не слишком низкая. Теперь почки. Почки тоже жарю не больше полминутки, но максимум минуту, если кусочки были толстые. Это со всех сторон. Железы я забираю. Когда почка начинает уже пережариваться, она начинает стрелять. Поэтому это вам будет хорошим сигналом, чтобы ее снимать. Теперь самый нежный продукт – это печеночка. Печенку я оставил специально в последнюю очередь, потому что она готовится вообще мгновенно. Дома на сковороде такие вещи жарить не очень удобно, потому что все разбрызгивается, а здесь красота. Температура поднимается, поэтому погашу ее новой порцией печенки. Бараньим потрошкам очень хорошо подойдут свежие овощи. Редиска, кинза и салат из молодой капусты. Вот. Красота. Быстро, 2 минуты и все готово. Ах, это аромат. Вот это аромат. Здесь, друзья, виноградная чача из хорошего винограда Изабелла. Такой богатый вкус винограда, сладость. Ароматы все такие весенние, яркие. Очень хорошо. Как в
вкусно и правильно сделать виноградную чащу, ссылочка вверху. Шедевр. Почки, это мое любимое. Аромат барашка. Как же это приятно. Мягчайшее. Так, вот эта печеночка. Толстый кусочек. Даже если печенка будет внутри слегка розовая, это ничего. Если она будет мягкая, сочная и вкусная. И все прекрасно знают, что для того, чтобы человек был здоровым, ему в некоторых случаях доктора прописывают кушать даже сырую печенку. Вот эти жилки, о которых я говорил, печеночка на срезе вся идеальная, но мягкая. А салатик? Барашек и кинза – это два лучших друга. А теперь сердечко. Вот оно. Бомба. Это железа поджелудочная или еще какая-то. По вкусу напоминает мозги. Превосходно. Легкая. Селезенка. Селезенку вы нигде не купите, потому что ее все продавцы считают отбросом и выбрасывают. Она очень вкусная и полезная. Так, вот это легкая. У легкого своя собственная текстура. Оно более упругое, но вкус у него тоже изумительный. Жирок. Очень хорошо я придумал, что именно в садже и поставил готовые блюда кушать, потому что чугунная крышка очень энергоемкая, она еще теплая. Здесь бараний жирок, он горячий, и поэтому все аппетитное. Если бы это было просто в обычной посуде, бараний жир стал бы густым, твердым, и блюдо потеряло бы свою привлекательность. Друзья, я вам показываю, как легко, вкусно и быстро приготовить из самых простых и даже недооцененных продуктов настоящие шедевры. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Кукушка. Подписчики. Да, кукушка, кукушка, накукуй мне много подписчиков. Друзья, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место.